Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Плодовые тела сморчка высокого развиваются в апреле-мае. Сморчок высокий редок, встречается в небольшом количестве, растет на почве в хвойных и лиственных лесах, часто по травянистым полянам и опушкам, в садах и огородах, чаще встречается в горах. Шляпка оливково-коричневая, коническая, с ячейками, ограниченными резко выделяющимися ребрами складок. Ячейки оливково-коричневые, у зрелых грибов – бурые или черно-коричневые, окраска гриба с возрастом темнеет. Ножка на вершине по диаметру почти равна шляпке, беловатая или охряная, зернистая, 5-15 см высотой, внешний сморчок высокий, очень похож на сморчок конический. Отличается более темным цветом и более крупными размерами плодового тела. Условно съедобный гриб, пригоден в пищу после отваривания в кипящей подсоленной воде в течение 10-15 минут. Отвар сливается, либо после сушки без отваривания. Сушеные сморчки можно использовать после 30-40 дней хранения.